Варя, у тебя сегодня день рождения, да? Тебя пришел сегодня поздравить один удивительный очень герой, персонаж, да? С одного из очень популярных сказок. Ты догадываешься, кто это? Ну, кто это назвал? Ладно, давай, мы не будем с тобой гадать, но я тебе могу сказать, что кое-кого он потерял. Поэтому он тебе очень торопился специально на твой день рождения. Давай его выходи, встречай. Самыми дорогими пожеланиями в честь твоего дня рождения. Ты узнал об этом? С днём рождения тебя! Отпущу улыбаться и летают шарики. Мама с папой говорят, сегодня ты большая, хотя вчера был маленький. Парень, встречай его, встречай. Забирай подарки свои. Только аккуратненько. Прав Маша, он где-то у нас потерял сегодня. Позорник такой он у нас. Самыми лучшими, самыми жаркими пожеланиями специально в честь твоего дня рождения. Вот такой он очень добрый. Ну, друзья, давайте в конкурс. Мама, поддержите. Поддержите. Yeah.
тоже подключаются. И вот такой у нас батл в честь дня рождения Вари с самыми жаркими пожеланиями. Прямо из сказки «Маша и Медведь». Мишка нашел свободное время, приехал поздравить Варю с днем рождения. Видел, Мишка, как закрутил нашу именинницу, а? Озорник ты такой. Мишка, давай еще машинку пропустим. Мишка. Ага, нет, у нас машинка еще продолжит, такая же маленькая. Thank you.
Самый заботливый Мишка на Варе у меня рождения. Сегодня у нас как Машенька, да, с Мишкой? Сейчас, Мишенька, давай вставай. Маша, ну, идем фотографироваться. Так, встаем, готовимся, готовимся. Сейчас я шарики принесу. И друзей не разлучить.